Всем привет! Мы с вами в кинотеатре «Корстон» на новом выпуске программы «Киношка» на канале ОТВ с обзором киноновинок недели с 1 по 8 февраля. Январь закончился, до конца зимы остался один месяц, и нас ждут самые горячие новинки зимы в феврале. Смотрим наш обзор. И первая наша новинка – российская комедия, где главную роль сыграл Павел Деревянко «Конец славы». Слава рано или поздно заканчивается. Вот с такой проблемой столкнулся наш главный герой. В прошлом востребованный актер, который резко потерял свою популярность. И чтобы вернуться на пик славы снова, наш главный герой должен что сделать? А инсценировать свои похороны. Следующая наша новинка – семейная российская комедия «Я – медведь». Семья Ковалевых переживает довольно-таки серьезные проблемы. Глава семейства папа, капитан хоккейной команды, восстанавливается после травмы. Их дочка Лиза переживает переходный возраст. А их сын Женя грустит потому, что у него совсем нет друзей ни во дворе, ни в школе. И мама, как настоящая глава семейства, должна все их проблемы тянуть на себе. Но однажды сын Женя в семью приносит маленького медвежонка, который отбился от мамы и потерялся. И тут жизнь семьи Ковалевых резко меняется. Сашка наш! Игрок от Бога! А что теперь будет? Хорошо все будет. Папа полечится, все будет хорошо. Слышите меня? Все будет хорошо. Скоро новый сезон. Давай отбой с негатив. Порвемся. Думаешь, я не вижу, что ты на ногу еле наступаешь? Ир, это пока я еле наступаю. А через месяц буду прыгать, как кузнечик, а? А тебе медведь сказал? Женя! Папа не хотел собаку. Ты не собак. Так что проблем не будет. Это дикое животное. Мы не его хозяева. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом. Ты свободен. Иди, вот твой дом. Команда была и нет команды. Обманывать вас не буду. Вместе нам горячо. Так. Не нагнетайте. Ага. Очень важно, чтобы они не прикипели к людям, чтобы не привыкали к ним. А ваш-то ручной. Знакомьтесь, Игорь Андреевич, это Мишка, наш новый талисман команды. Малыш, только не налажай, как обычно. Какой сентиментальный. На пенсию пора. Только нас за собой не тащи. Да? Чешнила? Обижаешь. На новой кинонеделе у нас всего две новинки, но мы хотим отметить прекрасный старт фильма «Мастер и Маргарита», который стал самым кассовым фильмом прошлой недели. Вы, дорогие зрители, приходили в наши кинозалы и заполняли их до аншлага. Имейте в виду, «Мастер и Маргарита» еще в прокате. Поспешите занять лучшие места в кинотеатре «Корстон». А сейчас смотрим трейлер фильма. Как получилось, что реакционная пьеса «Пилат» добралась до публикации и потом до постановки? Кого ты имел в виду под персонажем Воланд? Воланд? Дьявол, в которого никто не верит, решает лично посетить Москву. Он бы навел порядок. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Ты кому-то рассказал про роман? Вы не себе уходите. Рукописи не горят. Кто он такой? Вы его погубили, да? Итак, Марго, за роль моей королевы, чего вы желаете? Я хочу, чтобы все стало как было. Утром я буду с тобой.
Ну и в завершение выпуска разыграем два билета на российскую комедию «Я медведь». Январь закончился, и время подвести итоги января. Скажите, какой самый кассовый фильм в январе был в кинотеатре «Корстон»? Победитель получит два заветных билета. Ваши ответы оставляйте ВКонтакте в комментариях под выпуском программы «Киношка». И не забывайте приходить в кинотеатры по Пушкинской карте. Пока!